Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, с вами Намко. И сегодня за меня, точнее против меня, попался читер. Читер. В общем, видео о чем, ребят? Я, во-первых, хотел сам убедиться и посмотреть за его игрой, да, посмотреть демку, так как эту игру я только что сыграл. Вот. Ну и с вами немножко поговорить о том, обо всем, короче. В общем, у меня есть подозрение, что его не забанят. Знаете, сейчас объясню почему. В общем, вот этот наш читер с ником Ракетен Каце. Будем смотреть за его игрой и сейчас буду делиться своими мыслями. В общем, время, ребят, утро, 5 часов утра. Встал, решил сыграть пару матчей CSGO перед началом трудного рабочего дня. Извиняюсь. Вот. Ну и в общем-то против меня попался такой ублюдан, из-за которого я проиграл. Но до этого, день назад, то же самое, с утра зашел. Кстати, вот с утра очень много читеров играет. Прям вот знаете. Время от 4 до 6 до 7, прям пик такой, прям вообще пик жесткий, я не понимаю, с чем это связано. Вот, и вчера 2 матча проиграл подряд из-за того, что против меня играли читеры, и сегодня 3 матч подряд, это проигрыш, против меня играет вот такая мразь. Которая даже не пытается не палиться, хотя бы как-то, ну, хотя бы какие-то шансы нам дает, да? Бывают читеры какие-то более-менее адекватные, которые не палятся, которые там, ну, средненько играют, особо из себя ничего не представляют, и как бы у противника есть шансы выиграть, да? А вот такие вот читеры, они очень наглые, они вообще, они просто идут и выигрывают матч, вот. И как бы у меня есть подозрение, что его не забанят. Почему? В общем-то, я не знаю, вам, наверное, не будет видно Steam, если я открою. Сейчас, смотрите. Открываю профиль Steam. Наверное, вам все-таки не будет видно, но я вам скажу. Может, будет видно. В общем, у него 114 часов наиграно в CS. Я так подозреваю, если бы хотели, его бы давно уже забанили. Но видите, 114 часов имеет парень. И у него всегда показывает, что он офлайн. Всегда. Возможно, есть такая функция, чтобы скрывать активность, да, чтобы ты всегда был офлайн. Хотя я такой функции не видал в Steam. Но может быть она имеется. Но все-таки у меня есть подозрение на то, что. Все жалобы, которые идут на этого игрока, они будут проходить мимо за счет того, что он всегда офлайн, типа, да. Я думаю, что нет такой функции, которая скрывала бы активность игрока. Вот, хотя в Origin есть, может быть, даже и в Steam есть, может, ошибаюсь. Вот, но все-таки у меня есть подозрение, что за счет того, что он всегда офлайн, все его жалобы, они будут мимо проходить, типа, игрок находился офлайн, типа, не играл, поэтому он не может быть забанен, так как жалобы не обоснованы, вот. И, как бы, ну, вот смотрите, что он делает, он просто шьет через стены, у него ВХ плюс АИМ или триггер бот, я не знаю, я, если честно, в них особо не разбираюсь, я знаю, что такое ВХ, я не знаю... Я знаю, что такое АИМ, я не знаю, что такое триггер. Вот. АИМ это вроде, ну, как бы само наводится на голову или туловище, там можно, по-моему, выставлять. Вот. ВХ, понятно, что видно через стенки. Триггер-бот, я не знаю, что такое. В общем-то, ну, как бы, я играю, у меня счет 0-2. Тут сразу говорю, играли Supremo. У меня команда полностью состояла из Supremo. Противники команда состояла из тоже Supremo. Было 3 Supremo, один Global и один Беркут, по-моему, так звание называется, без винков, обычный Беркут.
Вот, это был как раз таки вот этот вот читер, самое низкое звание в этой КС-ке, в этом матче. Вот, ну и просто вот смотрите, что он делает. Да, как бы, вообще, ну, на холоде просто. И прострелить не может никак, добраться. Он там намка убивает кого-то даже. На самом деле я здесь, конечно же... А, он меня простреливал, лол, я сидел здесь, да-да-да-да-да. Да, он меня простреливал. Ну, типа, была инфа, конечно же, да, я согласен. Была инфа по мне, что я там сижу, и он прям стрелял четко в меня, хотя там ничего не простреливалось, он очень долго мучился, но все-таки решил пойти кинуть гранату. Хотя он даже не знал, сколько у меня хп, чего, когда. Ну, в общем-то, все здесь ясно и понятно. Что еще рассказать, ребят? Что еще рассказать? В общем, не знаю, когда меня понизит, потому что я 3 матча подряд проиграл. Прям 3 подряд уже вот таких вот ублюдков. У него жесткий аим просто. Вот, смотрите. Давайте еще, знаете, как сделать? Я ссылочку на его профиль Стима оставлю в комментариях. И я на него отправил просто миллиард жалоб за все время матча. Я здесь не играл, я просто отправлял жалобы, 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 чтобы хоть как-то его забанили. Потому что, нет, я понимаю, ну, есть читера, да, никуда с этого не деться. Но, блин, ну, нельзя же вот так играть. Это, ну, это как, я не знаю, это, ну, полная мразь. Так играть, это надо быть полной мрази. То есть, ну, блин, ну, есть у тебя читы, окей, но играет как-то, блин... Хотя бы как-то скрывайся, я не знаю, ну, блин. Ну, чтобы вот так вот играть. Ты просто знаешь, когда играешь против таких людей, ты просто не играешь, ты просто ждешь, когда все закончится. Все. Вот, я ждал, пока все закончится, и кидал ему репорты. Вот, я профиль на его Steam оставлю в комментариях под этим видео. Для того, чтобы, ну, может быть, кстати, да, ребят, пожалуйста, накидайте ему репортов в Стиме, прям в самом Стиме можно кидать репорты. Вот он меня только что убил, вот через стенку видели, охренеть. Вот, как кидать в Стиме репорты? Когда на профиль игрока заходишь, там справа сверху есть, по-моему, кнопочка «Еще». Так прямо называют, сейчас я посмотрю. Да, есть еще, я не знаю, видно вам, нет. Вот, если видно, смотрите, вот нажимаешь на еще, и здесь сообщить о нарушении, флажочек такой. Вот, сообщить о нарушении, что здесь такое? Домогательство, оскорбительное содержание профиля или автора. Спам, так, подозревается в краже или фишинге. Выдает себя с другого пользователя, оскорбительный скриншот или... иллюстрации, спам рекламы или ссылками, попытка обмана при обмене, подозревается в нечестной игре. Ну, в принципе, наверное, по факту, да, подозревается в нечестной игре. Вот галочку здесь ставим. Ну, может быть, что-то можно еще добавить, там можно написать от своей руки что-то. Вот, вот. Кто может, ребят, да, пожалуйста, отправьте жалобы на этого игрока, чтобы таких не было. Ну, просто против таких людей абсолютно неинтересно играть. Сегодня он за меня, точнее, против меня попался, завтра он против вас будет или за вас, что, в принципе, немногим-то и лучше, так как у вас просто снимут звание, если вы будете играть с этим человеком. Вот, и будем отслеживать. Ссылочку до профиля специально оставлю. Вы жалобы накидайте, пожалуйста, и будем отслеживать, забанят ли его или нет, потому что 95% я уверен, что ему ничего не будет. Почему-то у меня такое ощущение, что... подозрение, точнее, да? Что что-то здесь не совсем чисто. Уж больно нагло он играет, это во-первых. Я не думаю, что человек настолько туп, он должен все прекрасно понимать. Вот, у меня есть подозрение на то, что он бустит вот этих даунов, с которыми он играет. За счет того, что его не забанят, у них не снимут ранги, понимаете?
Вот. И как бы такой получается буст. У меня есть такое подозрение. Вот. Я думаю, что все-таки есть какие-то читы, которые, знаете, хитрость какая-то, чтобы человека не банило. Все-таки я думаю, что-то такое есть. Может быть, они там сверх какие-то дорогие, приватные, какие-то, там, не знаю, еще. Вот. Ну просто человек он абсолютно ничего не боится, он просто идет и убивает. Я не понимаю вот таких людей, смысл этого, как бы, он же прекрасно понимает, что его забанят. Сейчас что, АИМ выключил или что? Странно. Странно. Боже, вообще просто. Я в шоке. Ладно, ребят, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Ссылочку я на этого человека оставлю в комментариях. Пожалуйста, сделайте все, что можете. Вот. И желаю всем удачи поднять звание в КС-ке. Доту пока снимать не могу, ребят, так как у меня совершенно нету времени. Максимум, когда я могу снять, это прям вот прийти, точнее проснуться с утра до начала рабочего дня. Но я в таком состоянии полумертвом, поэтому как бы вы понимаете, что видео получится немного нудным и скучным. Поэтому я не хочу снимать пока. Пока у меня... Охренеть, он так перевелся жестко. Пока у меня не будет какого-то времени. Просто я не знаю, что это за читы, но по-моему они... То ли они мега жесткие, то ли они мега... простые, которые он скачал где-то на паблике. Я не знаю, ребят. Просто... Ха, ладно. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Намко. Подписывайтесь, ставьте лайк, смотрите видео, все такое. Всем пока.